Давайте споем про Белый Кремль. Ну что, собираемся? Жаль, кисточки не курит никто. Но... Давай! Я не понимаю, как вступать сейчас. Ага, все, вспомнил. Да. Давай покрасим красный Кремль в белый цвет. Давай покрасим красный Кремль в белый цвет. А чё бы нет? А? Почему? А чё бы нет? Чё бы нет? Давай покрасим красный Кремль в белый цвет. Нам красный Кремль немного надоел. К тому же нет важнее дел. Давай под музыку из крестного отца. Ой, я крашу с этого, а ты с того конца. Знаешь так, я все придумал. Начнем с крыльца. Так. Прям с утреца. Покрасим Кремль от крыльца и до конца. Логично, кстати. Нам белый цвет роднее и милей. И не найти Кремля белей. Давай покрасим красный Кремль в белый цвет. Нам только нужен очень маленький бюджет. Такой. Есть? А есть бюджет? Как? Бюджета? Нет. Зачем нам красить красный Кремль в белый цвет? Пришла пора нам в поисках рубля принять закон. Цвет Кремля. Давай покрасим красный Кремль в белый цвет. Давай покрасим красный Кремль в белый цвет. Впиши в бюджет скорей уже. Пора покрасить красный Кремль в белый цвет. Пойдем же красить красный Кремль в белый цвет. А ну-ка хором красный Кремль в белый цвет. Ну вот, депутатам есть теперь чем заняться, слава богу. Каждому по кисточке.